Всем привет, меня зовут Назар, и сегодня у нас универсальный пульт от фабрики Huayu, а именно версия 2019 для DVD T2 приставок. Давайте откроем и посмотрим на него поближе. И что же мы видим? Пульт идет в защитном блистере. Этот блистер идет как защита от мелких ударов, пыли и влаги, чтобы пульт доехал к вам в целости и сохранности. Ну, яркая коробка, что, как и у всех универсальных пультов от этой фабрики. Давайте откроем и посмотрим на него поближе. Открываем, видим, что пульт уже так плотно сидит. Непосредственно сам пульт. И инструкция у нас идет на английском, также и на русском. И данный универсальный пульт настраивается в двух режимах. Первый режим — это ручной ввод кода, и второй режим — автоматический. Сейчас вам расскажу, как настраивается в ручном. Выбираем пульт на фото. Как видите, это не только здесь, а еще вот здесь. И также еще дополнительно еще одна бумажка с фотографиями пультов. То есть, как вы поняли, что этот пульт заменяет очень много моделей. К примеру, берем любой пульт. Вот, например, моделька HD Box. Представим, что это такой пульт у меня. Код у него 215. Нам нужно взять пульт, вставить в него две батарейки 3А, что имеют питание к этому пульту. Мы поставили батарейки. Еще можно записать вот этот код 215 вот здесь на обороте крышечки, чтобы вы все не забыли его, если вдруг сбьется настройка. Как видите, индикатор мигает, значит, можно его настраивать. Вам нужно одновременно зажать две кнопки Power и кнопку Mute. Вот, горит постоянно лампочка. Вводим код 215. Индикатор погас, это означает, что настройка завершена. И пробуем громкость, переключение каналов, все вот это пробуем. Второй вариант. Второй вариант настройки — это автоматический. Вам нужно зажать кнопку Power, видите, она начинает мигать, 6 секунд подержать, навести на телевизор и не отпускать, ждать. На экране вашего телевизора, обязательно, чтобы ваш телевизор был включен, появится шкала громкости. Когда появляется шкала громкости, вы отпускаете кнопку, это означает, что настройка завершена. И также пробуете функционал. Если какой-то функционал будет не работать, вы можете повторить настройку также автоматически, либо же вручную, как вам будет удобно. Также хочу заметить, что при нажатии кнопки не кликают, то есть кнопки идут бесшумные. Это многим владельцам пультов очень важная характеристика пульта. Также пульт изготовлен с ABS пластика, заменяет очень колоссальное количество пультов. К примеру, это Digital, BBK, Astra, Galaxy Innovation, Globo, Strong, Eurosky, Supra, Strong и колоссальное количество пультов. То есть все эти пульты есть в перечне в инструкции. Инструкцию желательно не терять. А если вдруг и потеряете, то вы, конечно, можете к нам обратиться. Мы вам всегда поможем настроить пульт. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!